по вам пройтись так, блядский, в рот, так, ёб твою мать, могу объебануть вас об стол, понимаете? Да. Вот таких вот уёбок, уёбков, уёбку, правильно я сказал? Чи нет? Я вот так вот могу, конечно. С ног до головы облить грязь, а потом посмеяться. Понимаете? А то надо же, балбес. Ты, бля, лицо свое вначале открой, а потом пизди, сколько влезет. А то, бля, зайдут, лица немае, видео немае, и клацкают, клац, 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 как, блядь, секретари, блядь, скиворот, хирург, на диване сидевшие. Бля, ёпта мать, я вас умоляю, идите сыте кругом, ну, горячей струей, ага, кровавыми глазками своими, ага, ага. Понимаешь, что можешь человеку написать? Вот, например, женщине. Ах ты, шлюха такая, у тебя не будет детей, ты тварь, ты шлюха, ты тварь, 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 тваревна. И еще несколько слов еще. Ну. Эта женщина возьмет, такая обиделась, слезы текут, да бог ты мой, прямо ручьем текут. Ой. Ну и чё? Чё ты наквакала тогда? Ай-яй-яй, ой-ой-ой. А мужчине ничего могут написать. Ай ты тварь, лицо у тебя не мытое. Члена нету. Хуй ты тоже. Хотя это одно и то же. Понимаешь? Ну. И это... У тебя семьи нету. Ты, блядский, в рот такой хуета, муета, блядь. Да не заебись ты нахуй, блядь. Съебалось и всё, и сдохни нахрен, мразь. Как говорила Таисия Вадия. Да. Да, она так говорила. Блин, довери женщину. Довери. Ой. Ну, теперь вот и получайте за её очень хорошие... Знаменитые слова. Хорошая женщина была. Хорошая. Что еще мужчине могут написать? Ты гей? Ты пидораст? Ты тварь? Ты еще... А еще могут... Ты не сложился в жизни. Ты не сложился в жизни. Ты тварь. Тварь, 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 тварь. Балабец. Девочки, мальчики, меня этим нахуй не обидишь. Понимаете? Я, бля, в перископе всех на три буквы, блядь, посылал. Вначале, как сказать, и когда я пришел эфирить, ой, блин, я такой... Прям вот мне говорили, ты такой сякой, я прям, блядь, вот, обижался, вот, плакал, я твою мать, ай-яй-яй-яй-яй. Задави меня, трамвай. Рельсов нету? Украли. А? Вот так, девочки, мальчики. А то чё? Судьба, злодейка, мать старушка, да. Вот. А женщине могут еще написать лесбиянка, да. Лесбиянка. А ты лесбиянка, тырым-пырым, растепырым, курлы-хурлы. Да. А мужчине могут и вот это, мил мои. Если я как начну, так и все слова соберу. Ты тут, блядь, сразу в болото превратишься. Курлыкать будешь очень плохо. Ну, тут я вспомню твою семью и пройдусь по ней хорошо. По моей прошлись, я по вашей. Да. А то чё, ёпта мать, меня можно, вас нельзя. Ой, божечки ты боже. Прям такие, ёпта мать, все обидчивые. А я, ёпта мать, такой должен радоваться. Как хорошо, меня обозвали. Ой, боже ты мой. Анекдот ты мой.
Да, девочки, мальчики. Сестра-злодейка.